Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Назарбаев разрушил созданную им вертикаль диктатуры. Кто в реальности управляет страной, пока Токаев играет роль мебельного президента? Самый крупный митинг ДВК в истории движения. Кто они, новые герои протестов? И почему полиция, несмотря на аресты, теперь бессильна? Почему спектакль с выборами президента 9 июня априори не может быть честным по отношению к народу? Как не допустить проведения нелегитимного голосования? ДВК объявил о новом митинге 9 мая. Как официальное шествие властей превратится в поддержку оппозиции? –